Привет, ребята! Я безумно рада снимать сегодня видео, потому что я так давно не сидела перед камерой, вот так вот, и мне уже столько всего хотелось рассказать, как-то поделиться. Мне этого так не хватало. Я даже не знаю, с чего мне начать, потому что столько каких-то мелочей, о которых я хочу сказать, что я просто в панике. Для начала я хочу вам рассказать, что я вернулась на свою работу старую, работу с новым официантом. Если вы вдруг не знали, что я работала или что я увольнялась. Я уволилась в конце октября, поэтому уже прошло полгода или чуть меньше, поэтому я вот вернулась на некоторое время, собираю деньги на лето. Поэтому на самом деле месяц апреля выглядел примерно так. 3 дня работы, 3 дня выходных. При этом на выходных мне приходилось все время писать диплом. В общем, месяц апреля был достаточно тяжелый в плане какого-то отдыха, развлечений. На самом деле сильно не о чем говорить. Но все-таки есть вещи, которыми я хочу поделиться, без которых апрель был бы не апрель. Поэтому приступим. Первая вещь, самая, наверное, крутая за этот месяц, это то, что я сходила на Инстамит, и вы уже, наверное, видели видео. Блин, не люблю говорить «видели видео». Вы уже, наверное, посмотрели видео с него. Это предыдущее мое видео. Что такое Инстамит, если вы не знаете? Это такая встреча любителей фотографировать каких-то инстаграмеров крутых, просто обычных людей. Я себя отношу именно в категорию обычных людей, которые пришли туда. Я люблю фотографировать. В принципе, я люблю больше снимать, конечно. Одно с другим очень стоит близко. Если вы любите снимать, то вы любите фотографировать, почему нет? То есть я пришла как человек, который просто любит Инстаграм, любит фотографировать. Я думаю, что каждый понимает, что когда ты знакомишься с большим количеством новых людей, и ты вообще один в этой какой-то компании, обществе, не знаю, это, конечно же, немножко волнительно и нормально переживать, но я вообще дико нервничала. Я знала, что мы будем фотографироваться, что-то будет интересное, такое креативное. Короче, я очень хотела, и у меня был рабочий в этот день, но я выпросила себе выходной, потому что я хотела сходить на это мероприятие и очень ждала на самом деле его. Как это происходит? Каждые там полгода, наверное, какой-то инстаграмер, которого, например, много подписчиков, он говорит: ребята, хей, погнали на Инстамит. Я не знаю на самом деле, как это происходит, но я знаю, что в Петербурге один год Полина Бржезинская организовывала его. Я смотрела видео, такое видеоотчет с Инстамита в Петербурге, и там была Полина. Я оставлю ссылку внизу, можете посмотреть. Очень красивое видео, и Инстамит, конечно, на уровне подготовлен. Итак, я знала, что нужно прийти в ботанический сад там в определенное время, 24 апреля. Я собрала все свои силы, бесстрашие, не знаю, что еще. Но мне правда было страшно идти, я жутко нервничала, волновалась, боялась опоздать, но не опоздала. Все это не важно. Это на самом деле очень классные эмоции, полезная такая встряска, что новые люди. Вот, а то я уже в последнее время так не хочу ни с кем знакомиться, что мне это прям нужно было, я захотела познакомиться, скажем так, выйти из рамки комфорта. Значит, я подошла, представилась, блин, конечно, стеснялась, а я еще заболела. Пару дней у меня не было голоса, ну так очень я хрипела, и он все время пропадал, и мне тяжело было говорить, я кашляла, короче, так я и знакомилась с людьми. Короче, это было чуть-чуть неловко, чуть-чуть как-то неуклюже, я бы сказала, но ладно, это было здорово все равно. Я, конечно, могла кого-нибудь найти себе, чтобы пойти с кем-то, чтобы стоять с кем-то, не стесняться, и там даже не обязательно было бы знакомиться с кем-то. Но я специально никого не звала на это мероприятие, потому что я хотела пойти одна, хотела бояться, хотела знакомиться сама, а не с помощью кого-то. Мы раздали значки, наклейки, такие бейджики, где мы писали свой ник в Инстаграме. Так я, в принципе, и знакомилась с людьми, я так по именам вообще никого не могла запомнить, просто запоминала их ники. В какой-то момент я начала снимать, и потом как-то начала снимать там мальчика, девочку, вот, и прям это было таким началом, когда я смело подходила ко всем людям, которые мне нравились, или просто в какой-то момент удобный, и снимала их, и говорила: я сделаю видео. Короче, если вы когда-то хотели пойти на Инстамит, просто даже не думайте. Идите, знакомьтесь с людьми, что-то придумывайте все вместе. Это будет очень весело, мне было весело, мне очень понравилось. Это все, что я хотела сказать.
В общем, ходите на такие мероприятия, причем одни. Мой следующий фаворит с этого мероприятия пришел ко мне, потому что я обожаю наклейки какие-то классные. И вот теперь у меня есть наклейка Instagram на моем компьютере. Вы, конечно, все помните мои покупки марта. На самом деле, мне тогда еще не дошли некоторые вещи. И вот, наконец-то, спустя там не знаю сколько времени, вообще мне пришел чехол для ноутбука, потому что мне некуда было класть его всегда. И, я вообще заказывала себе два раза. Заказывала чехол такой облегающий цвет, бирюзовый, называется Tiffany. И мне два раза не пришел этот чехол. Я решила вообще без чехла всю жизнь ходить. Но еще такое, чтобы именно кидать сюда ноутбук. Вот так вот это выглядит. Кидать даже в рюкзаке, чтобы он не соприкасался с другими вещами и не царапался. Вот тут есть еще два кармашка. Короче, удобная вещь, мне она так нравится. Можно просто сюда положить ноутбук, какие-то файлы, документы и вот так вот под мышкой носить или вот так носить. Тут еще такая штучка, типа кожаная. На самом деле не кожаная. Если что, ссылка будет внизу. Мне кажется, под любой компьютер можно такую вещь заказывать. Только нужно не прогадать с размером вашего компьютера и размером чехла. В апреле я читала не очень много, но книга, которую я прочитала, и которая, конечно, вызывает во мне бурю эмоций, вплоть до вообще непонимания просто этого мира и вообще жестокости людей, того, что в каждом из нас жестокость живет, это книга «Повелитель мух» Уильям Голдинг. Она, кстати, у меня еще есть. Она не очень красивая обложка, мне вообще обложка не нравится, ну какая-то ужасная. Но это библиотечная книга, так что неважно. И я три раза в библиотеке спрашивала эту книгу, и наконец-то ее получила, прочитала. Я тысячу раз наталкивалась на это название, какие-то отзывы про нее слышала, и мне всегда так хотелось прочитать ее, что же там, что же. Но честно, мне очень тяжело ее было читать. Мне очень не нравится погружаться во все это, в то, что люди такие звери, когда они там в определенных ситуациях, то, что каждый человек какую-то свою идею пытается пропагандировать, особенно тому, кому дают голос. Я не хочу вам рассказывать, о чем она, но она, в принципе, о жизни, о людях, о нашем мире, хотя, может быть, вначале покажется вам, что нет, это просто какая-то история про мальчиков на острове, но на самом деле вот все-все проблемы, которые в жизни у нас есть, проблема разных религий, вот эта война религий, расовая какая-то, или по каким-то визуальным признакам человека судят, там, травят. Все эти проблемы, они здесь, просто в виде люди, в виде других фигурок, в виде детей, другие немножко декорации, необычный город, обычный мир, а вот необитаемый остров. Очень много думаешь во время этой книги. Но я, конечно, советую почитать очень ее, мне кажется, каждый должен читать, она небольшая. А следующая вещь, которая очень мне понравилось, это фильм, который называется «Жизнь» или в английском варианте «Life». Он мне очень понравился. Фильм о биографии Джеймса Дина, актера, который загорелся в Голливуде в 50-х годах и снялся там в самых нашумевших картинах, стал очень известным быстро, но рано умер. И это может быть спойлер, но неважно. Но при этом он вошел в историю. Фильм получился очень атмосферным, таким красивым, я не знаю, таким каким-то заставляющимся задуматься о жизни, просто о каких-то ценностях. Очень круто, что там все время фотографирует главный актер другого главного актера. Вот эти вот кадры, как запечатлеть моменты жизни, настоящей жизни, а не постановочные фотографии. И тогда в Голливуде в то время всегда делали постановочные фотографии, но был вот журнал Life, который делал именно фотографии вот в твоей реальной жизни, реального актера. Сперва идет бурлящая жизнь Голливуда, шикарная, потом идет очень много Нью-Йорка, все эти атмосферы, виды города, а потом все это переносится в деревню, где актер, который не может найти как бы себя в этой жизни, его все эти роли меняют, он теряет себя в этих ролях, и он приезжает в место, где он вырос, чтобы понять, кто он вообще на самом деле, и пытается найти себя в своих корнях. Вот эти, кстати, вот эти roots, корни, как бы, ладно, просто песня Imagine Dragons называется roots. I'm going back to my roots. Что все мы возвращаемся всегда к своим корням, и нужно держать эту связь. Много рассуждений о смысле жизни, даже не о смысле, а вот о жизни в целом, зачем она, почему мы становимся теми, кем становимся. Там играет Дэйн Дехан, если вы не знаете, кто это, вот кто это.
он мне очень нравится. Я не знаю почему, но он мне так нравится. И мне кажется, что он такой новый Леонардо Ди Каприо. Ну, пока еще, конечно, не Леонардо Ди Каприо, но он будет очень известным актером и популярным. И Роберт Паттинсон, он очень подходит этой роли фотографа, запутавшегося человека в жизни, придает какого-то шарма фильму, вписывается в Нью-Йорк, в картинку в целом, название «Жизнь», «Life». Вот, это фильм такой. Если вы вдруг смотрели фильм «Жизнь», обязательно напишите мне в комментариях, как вам, потому что, мне кажется, его никто не видел. Следующий мой фаворит — это песня, и я думаю, вы уже заметили, что я люблю группу Imagine Dragons, я была на концерте, и недавно я сидела такая, искала новую музыку, и подумала, классно было бы, если бы Imagine Dragons выпустили какую-нибудь новую песню. Блин, я скучаю по ним, хочу чего-то нового, я уже все эти песни заслушала до дыр. Я захожу на YouTube, и я подписана на их канал Imagine Dragons Vivo, где все клипы их выходят. И просто я смотрю новая песня, я обалдела. Как это вообще? Я только подумала, хочу новую песню. И вот она, вот эта песня. Песня называется Not Today, и это саундтрек, написанный для фильма Me Before You. Сейчас скажу, до встречи с тобой. Мне понравилась песня, но я не скажу, что она просто лучшая, что я слышала, но я рада, что она вышла, что что-то новое у них. А, да, еще если вы вдруг задаетесь вопросом, где же результаты конкурса, почему я не сняла видео про это, то я, если честно, не собиралась делать видео. Я просто думала где-то это быстренько написать или сказать. Но в итоге, поскольку у меня не было времени снять видео, я решила просто ответить на комментарии. Спросила адрес людей, уже отправила им наклейки и еще купила открытки. Так что... Там еще вас ждет сюрприз. Вас как-то уже так много, даже странно думать об этом, что меня смотрит больше, чем 5-10 человек. Спасибо, что оставляли комментарии с какими-то идеями и что вы хотите от моего канала. Я все это очень скоро буду воплощать в жизнь и свои какие-то кучу идей, но у меня просто вот физически нет времени сейчас. Что я вам хочу сказать? Спасибо, что смотрите видео мои до конца, потому что те, кто смотрит не до конца, не услышат моего спасибо. Вы даете мне сил что-то делать. Увидимся в следующем видео. Я надеюсь, что оно будет скоро. Пока!